Так делаю. Блин, я еще надеюсь, что он не будет жужжать, никакое уведомление не придет. Пока давай. А как мне сесть? Глубоко. Потому что я в собранном виде не очень выгляжу. Всем привет. Да нет, ну вот не надо так делать, прекращай. Что ж такое-то? Где моя подставка под телефон? Я сколько раз просила, чтобы мне снимать в машине. Мне нужна здесь подставка. Прикрепил бы на вот на стекло мне ее. Прикреплю, долопай ее. Прикрепи мне на стекло подставку. Ну, не знаю, куда. Вот за эту решетку, она все равно бесполезная. Ну, извинилась. Ну, серьезно, что она делает? Воздух гоняет. Где? Как обычно, уже минуту видео длится. 8 октября. Мы сегодня при параде. Я точно. Приехали на первое событие. Ну, вроде как, такое действительно впервые в России. Конный показ мод. Мы сегодня не просто, причем как зрители приехали. Мы сегодня участники. И участников вызывают. Так что все, короче. Посмотрим. Побежали. Мы уже приехали на место, поэтому побежали смотреть, что там будет. И куда вы оба? В одну сторону.
все. Как обычно. Семья чокнутая. Вот мы снова здесь, телепортнулись. Надеюсь, получилось хоть что-то подснять, потому что все это было на самом деле либо в кипише, либо в толпе. Поэтому да. А с телефонами еще плюс выходить было неудобно. Неудобно, да. Да, поэтому пришлось телефон в одно время вообще оставить. Но впечатления крутые. Что по самому мероприятию, это классно, если такое появится на постоянной основе в конном мире. Очень клёв тот факт, когда ты сидишь, видишь презентацию одежды, и ты можешь подняться. Я надеюсь, подсняла магазинчики, мне кажется, не подсняла. В общем, на втором этаже были магазинчики, и вот клёв тот факт, то, что ты видишь презентацию этой одежды, и потом можешь подняться, померить и прикупить себе понравившуюся вещи. Причем, как бы, да, из новой коллекции. Из новой коллекции, да. Презентации были у многих на зиму даже уже. По нашим впечатлениям модельным, как от модели, как от участников. Чисто для меня это был просто интересный опыт. Это интересно, это безумно интересно. Классно было поработать с нашими вот ребятами, с компанией «Манфактура Поручик Ржевский». Классные, душевные ребята, и поэтому с ними комфортно очень находиться. Все это было на легкой атмосфере, но при этом с серьезностью, с серьезным подходом. У нас номер был по большей степени импровизацией, конкретно нашей вот пары. Да. Успели мы прогнать свое, и то это прогонкой сложно назвать, потому что это было так, что «Во, ребят, слышите? Вот это ваша песня. Вот сейчас идите». И мы такие, а что делать нам такие? Идите. Импровизация, что-нибудь. Вот, и поэтому, да, когда мы вот так вот отрепетировали, это был всего один раз, это были совершенно не те там движения, что пришло в голову, то и пытались, оба друг друга недопоняли где-то. Но потом мы уже ушли в другое помещение, опять-таки наверх, и просто там на небольшом кусочке мы просто придумали, хотя бы друг с другом согласовали, что где будем делать. Ну, а там все равно импровизация, от нее никуда не денешься. Вот, а так остальная большая часть команды — это были профессионально приглашенные модели. Честь находиться среди них. И даже немножко неловко. И даже немножко неловко, да. Был такой момент, что мы, когда только приехали, и там кто-то уже делал проходки, репетировал. Мы с Владом поглядывали и такие, а что мы здесь забыли? Настолько они профессиональны. То есть это плавные движения, это видно, что это поставлено очень хорошо. Плюс также девочки, которые были в нашей команде, им достаточно было там повернуть голову, поставить ногу, и все, ты видишь, что это четкие, красивые движения. Вот сейчас фотографируй, снимай, что угодно. И поэтому мы сначала, конечно, поднапряглись, такие, что мы здесь забыли? Что мы вообще, да, здесь делаем? Мне кажется, мы сейчас бьем меку-кареку. Ну, нас выручило на самом деле то, что была импровизация. То есть девочки хорошо справились со своей ролью. А мы справились хорошо со своей ролью. Влад тоже, на самом деле, со своей ролью хорошо справился, потому что у него была проходка индивидуальная. Вот. А я уже как вишенка на торте, сказали, вышла в самом конце. Ну вот, вишенка на торте удалась на самом деле, потому что после того, как мы прошлись, да, как наше выступление было окончено, и мы уже прогуливались там по остальной части здания, либо смотрели остальные показы, и вот с кем-то мы пересекались, и нам говорили много приятных слов, комплиментов о том, что, блин, ребят, классно, номер классный. Но вот один конный показ мод прошел. Он был первый, он был первый, и мы в нем участвовали. Круто, это определенный навык. А вторая будет новость в
том, что 14 октября мы поедем еще на один конный показ мод, но уже чисто как зрители. Но там с необычными местами. Поэтому не переключаемся, остаемся с нами, и мы попробуем, опять попробуем показать как можно больше. Блин, я честно стараюсь, не всегда рука, не всегда телефон приклеен к руке. Вот. Иногда просто зарцаешь. Иногда хочется просто переживать эмоции и момент, да. Ну, сейчас мы поехали домой отмываться от лака, от макияжев и отсыпаться. Иисус. Вот. Поехали отсыпаться, потому что мы поспали всего... 4 часа. Около 4 часов после... Я после рабочего дня. Влад, в принципе, тоже был целый день загружен. Не так, чтобы отдыхал. Но, тем не менее, вот сейчас мы на веселе, на бодрячке. Классная, классная музыка, классная организация. Все было на веселе достаточно. Единственное, было тесновато в магазинах. Верхнее помещение... Людям, когда после показа рванули в магазины, было крайне сложно разойтись, а уж тем более что-то там посмотреть, пощупать, померить, тем более. Вот. Но, тем не менее, все друг друга как-то понимают, ждут, ну, например. Ну и, скорее всего, к следующему разу это все подшлифуется. Да, если это будет проходить еще такие мероприятия, на что мы надеемся, на самом деле, классная вещь. Конум мир бы не помешал. Вот. Думаем, что это будет только улучшаться в плане с технической точки зрения. Есть куда расти. Все. На этом наш сегодняшний день все. Мы рады, что вы были с нами. Вас там уже много-много. Мы это знаем, мы это видим, мы все читаем. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии, за вашу активность. Наконец-то записываем хоть какую-то концовку видео спустя долгие, я не знаю, годы. Вот уже 8 минут с вами на самом деле болтаем. Вот. Все. Увидимся, возможно, на следующем показе мод, а возможно, какое-нибудь другое еще видео успеет выйти.